рядом, оно никуда не уходило, оно поселилось где-то внутри и жжет иногда по ночам. Если почаще ее выпускаешь, то даже сам не замечаешь, как вокруг тебя образуется оттепель, куда подтягиваются такие же теплолюбивые существа. Они любят погреться чем угодно, как угодно, но делают это всегда хорошо, с толком, с чувством, с расстановкой. Вот. Так о чем это я? Небо сыряя, ты ничего не видно, чайки летят, и чайкам обидно, что рыбы нет. Только медузы, люди на берегу жуют арбузы, корочки в море, но это не фиш, и даже не фишка. Отдыхай, малышка, в сетях твое счастье, на берегу и даже в лучике солнца. Ялта, это может не Мальта, хотя те же пальмы, люди, бананы, не грузи меня, это ошибка на карте, я знаю, где радость. Ялта, а море, солнце, два компонента, а тяга моменты, сила пени, и ты поймешь. Ялта, 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 небо светлеет, а горы все круче. Это то место, где может быть лучше. Приходи сюда, но не один сам себя господин. На волосок от нирваны небесной маны здесь хватит на всех. Улыбка и смех, и все то ссорются. Корочки море. Хотя те же пальмы, люди, бананы, не грузи меня, это ошибка на карте, я знаю, где радость. Ялта, а море, солнце, два компонента, а тяга моменты, прими их в себя, и ты поймешь, куда дует ветер удачи. Ялта, спасибо первым рядам, которые очень живо показывают, как они рады. Мы тоже точно так же, вот так вот. А еще, знаешь, вот классно так показывать. О, класс, класс. Вот. Не будем отвлекаться, песня грустная. Все, поехали дальше.